случился пожар в нашем здании, которое мы делаем на 9-м этаже. Электрики работали и произошло замыкание. А в это время мы работали на 31-м этаже. И мы услышали сигнал. Есть специальный как бы баллончик. Он издает громкий очень сигнал на этаже. Это значит, надо просто как можно скорее убраться из здания. Все, рабочий день уже как бы закончен. Хотя на самом деле мы должны работать. Но так как случился этот инцидент, люди вроде бы живые, но получили травмы. 2 электрика. Все, и нас теперь распускают по домам. Естественно, оплачивается. 8 часов рабочий день. Так как это несчастный случай на рабочем месте. Вот так вот, ребята. Случается всякое. Это первый раз такое в Америке за 2,5 года на строительстве. Но всякое может быть. Опасность есть. Это стройка. Вот это высокое здание, которое мы строим. Здесь все и случилось. Смотрите, сколько пожарных машин, ребята. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Полиция, все перекрыли дорогу. Сразу. Там все. Здесь вот, ребята, центральный вход, с которого мы все выбежали. Здание имеет 36 этажей, а мы работаем на 31-м. Заранее было замыкание на 10-9 этаже. Все, столько служб задеяно, задействовано.